преддверии Дня молодежи на территории предприятия «Уралхим» состоялось открытие молодежной доски почета. Это ежегодное мероприятие, на котором награждают молодых и активных сотрудников завода. Чем отличились передовики производства и как отметят День молодежи, расскажет наш корреспондент Ульяна Ездакова. 4 года назад Степан Стариков, тогда еще выпускник Кировского вуза, пришел работать на Чепецкий завод минеральных удобрений не случайно. Признается, привлекли масштабы предприятия, перспективы карьерного роста и стабильная зарплата. Степан разрабатывает технологии по предотвращению коррозии металла. Теперь его портрет и фотографии еще 13 активных уралхимовцев красуются на молодежной доске почета предприятия. Таким образом, ребят поощрили за добросовестный труд и активную жизненную позицию. Надо быть всегда активным, позитивным, целеустремленным, чтобы этой энергией заряжать других всех остальных. Энергии у молодых уралхимовцев, что называется, хоть отбавляй. Хватает и на трудовые подвиги, и на внерабочие мероприятия. Ребята всегда в первых рядах на различных общегородских акциях. Спартакиады, турслеты, концерты. Еще и в актеров успевают перевоплотиться. В прошлом году поставили спектакль для детей из Центра социальной помощи. Инициатива была от самих ребят. Они сами предложили, а давайте сделаем. Есть сценарий, есть ребята, есть костюмы, есть для чего. То есть, когда этот весь цикл был полностью сразу ребятами разработан, сформирован, проведен. Они видели эти результаты, они видели эти детские глаза радостные. Поэтому и наградить хочется без исключения всех, кто этого достоин, отмечает директор завода Дмитрий Трушков. Совет молодежи предлагает, по его мнению, у нас есть совет молодежи на предприятии, он предлагает, кого наградить именно за инициативность, за какие-то предложения и то, что ребята молодые предлагают сделать и реализуют это. Тем самым они показывают остальной молодежи, что и молодежь может делать хорошие, правильные дела и помогать заводу, а завод это отмечает. Портреты 14 ребят будут украшать молодежную доску почета целый год. А 8 ноября активные и талантливые работники химкомбината соберутся вместе, чтобы по традиции отпраздновать День молодежи на ежегодной заводской вечеринке. Ульяна Ездакова, Алексей Зырянов, Бюро новостей «Давич».